40 номеров международного гала – это в первую очередь расширение нашего представления о том, что такое подлинная красота чувств. Хоровое пение в классических итальянских темах, комичные украинские песни, романтические неаполитанские истории в поединке трех теноров, татарские напевы или американские хиты из оперы «Порги и Бесс», которые дарят уже в течение 2 лет эффектные встречи. Исполнитель партии «Спортинг Лайф» Рональд сам обожает Отелло и паяцев, но в афроамериканской драме чувствует себя на все 100. Porgy and Bess is It's a fantastic piece. Не скрою, что люблю оперы, в которых пою сам. Отелло и паяцы – это хорошо, но Порги и Бесс – это великая вещь. Когда мы ехали в Казань, немножко волновались, ведь у вас сильный оркестр и совершенно драйвовый хор. You have to be so much more. Yeah, but Sporting Life, you can be free. Самый ценный в этом гала – выстроенность номеров. Это плод работы режиссера Валерия Раку, в прошлом экс-главного режиссера оперного театра, маэстро Рената Салаватова и Марка Боями. И, как всегда, безупречного хора под руководством Любови Дразниной, что можно смело назвать визитной карточкой нынешнего театра. Это то, что называется стабильностью. А вот некоторых гостей приходится открывать заново. Люди платят хорошие деньги за то, что они слушают оперу, ходят на спектакли. И когда ничего после этого не получают, выходят и пустые, или разочарованные. Мне кажется, вот, это ужасно, в принципе. А вот когда чем-то наполняешь, вот, это идет обмен такой. Разум и чувство – это то, что движет сегодня миром исполнительства. В музыкальном жанре – это особое состояние души. Мы же сегодня в одной стране, через 2 дня в другой. Надо быть сейчас очень мобильным, ярким, хорошо поющим, не болеющим певцом. И ну, сейчас время сумасшедшее. Вы знаете, я вообще удивляюсь многим певцам, как они это выдерживают. Я не боюсь, что в хорошем смысле слова наш жанр музейный. Но если есть современные постановки, самое главное, это делаться должно быть для публики. В процессе и будут, я думаю, полные спектакли, может быть, и «Ла Скала», может быть, и английского театра, может быть, и большого театра, в целом я имею в виду. Поэтому здесь нет никаких ограничений. Самое главное, всегда вот попытаться искать это, вот эту индивидуальность. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».